Всем привет, дорогие зрители! Нашел Махмуд Ларе хороший вариант. Срочно продажа 2 плюс 1 на втором этаже этого проекта. Проект был сдан 5 лет тому назад. Быстренько сниму инфраструктуру и поднимусь в квартиру. Квартира продается пустая. Так, значит, здесь присутствует у нас такой бассейн. Также есть детский бассейн. В той стороне джакузи. Ухоженный сад. Там есть топчан. Так. Открытая парковка снаружи проекта. Айда тут 170 лир. Вот такой вход. Также сад продолжается в ту сторону. Вот такой вход здесь. Это лобби. Здесь посмотрим, что-то есть из инфраструктуры. Здесь санузлы. Здесь, кажется, да, сауна. Вот наша сауна. Также у него есть окно на бассейн. Вот такая интересная сауна. И фитнес присутствует, который закрыт. Мини-фитнес. Оборудование не совсем, но есть. Два лифта у этого проекта. Вызовем один лифт. Вот такая вместимость тут 5-6 человек. Поднимаемся на второй этаж. Прибыли мы на второй этаж. Квартира по российским меркам как третий этаж. Вот здесь у нас лестничная площадка. Здесь у нас такой коридор. И на этаже 4 квартиры. И вот наша квартира. Вот такая она у нас просторная, прихожая здесь. Требуется ремонт. Начнем с этой стороны. Здесь вот такой санузел. С правой стороны у нас первая спальня. Такая 10 квадратных метров спальня. Здесь выход на балкон. Вот такой балкон, не маленький, с видом на соседнее здание, балкон, на горы, на бассейн. Вот такой вид. Ремонт здесь выйдет где-то 1000 евро. Здесь у нас хозяйская спальня, тоже где-то 11 квадратных метров, со своим санузлом. Вот такой санузел. С выходом на балкон. Здесь огромный балкон. Также у него есть выход. Давайте я быстренько гостиную сниму. Вот гостиная комната, совмещенная с кухней. Как бы есть выход на балкон. И отсюда, и из той спальни. Вот такая тут кухня. Вот здесь дверь, вход. Так, выйдем мы на балкон. Вот такой балкон просторный. Здесь расстояние до моря максимум 470 метров, дорогие зрители. Также видно отсюда античный город Наула. Хочу подвести итог о этом проекте. Значит, проект сдан 5 лет тому назад. Квартира находится на втором этаже по турецким меркам, по российским – третий этаж. Из инфраструктуры вы все увидели, что присутствует. Рядом есть почти все инфраструктуры – магазин, ресторан и тому подобное. Еще болгарщик опять начал там что-то резать. За мной бегает этот болгарщик. И квадратные метры тут 120 квадратных метров. Жилая
Площадь где-то 105 квадратных метров. Цена этой квартиры, дорогие зрители, 58 тысяч евро. Срочная продажа. Если вам понравилась эта квартира, этот ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и комментируйте. Также есть у нас телеграм-канал, который называется «Ход Алания». Там тоже у нас свежие варианты. С вами был Агаси, Солнечная Алания, район Махмутлар. Всем пока-пока.